Кыргызстане с 1 января 2023 года планируется запустить золотой и цифровой СОМ. Об этом стало известно на заседании Совета Кабинета Министров по фискальной и инвестиционной политике, которое провел председатель Кабинета Министров Акылбек Джапаров. Как сообщает пресс-служба Кабмина, в ходе заседания министр финансов Алмаз Бакитаев представил проект основных направлений фискальной политики на 2023-2027 годы, а также основные параметры государственного бюджета на 2023-2027 год. Как было отмечено, главной задачей фискальной политики в ближайшей перспективе является снижение контактов бизнеса с государственными органами, сокращение уровня теневой экономики и увеличение поступлений в государственный бюджет путем улучшения системы администрирования доходов. В 2023-2027 годах будет сохранена стимулирующая роль фискальной политики, которая будет направлена на мобилизацию всех ресурсов, создание добросовестных конкурентных условий для предпринимательства и диверсификацию, модернизацию производства, а также создание предсказуемой экономической среды с низким уровнем влияния от внешней конъюнктуры. По итогам заседания Совет Кабмина по фискальной и инвестиционной политике одобрил проект основных направлений фискальной политики на 2023-2027 годы, в том числе среднесрочную бюджетную основу и стратегии по расходам отрасли, а также одобрил контрольные цифры для формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом озвученных замечаний и предложений.